Приветствую, дорогие друзья, с вами Лорд Лемур, и мы находимся на особой карте сегодня. Сегодня можно сказать, что спецвыпуск. Я буду рассказывать об одной интереснейшей карте. И да, мы играем в инженеров, в интересные проекты, но думаю, это вам ясно. Эта карта называется Holiday Special. Давайте-ка я отдалю со своим скриншотом, точнее слайд-шоу и игрой. И вы увидите, что здесь, впрочем, творится. Это интересная такая карта, в которой предусмотрен очень-очень маленький интерактив, а также некоторые развлекаловки. Ну, это для того, чтобы люди на сервере собирались вместе и, там, не знаю, веселились, что-то делали. Также здесь есть несколько ивентов забавных, интересных. Например, это такой пулеметик, как... Такое вот шагающее устройство, я забыл, как оно называется. Давайте же по него залезем и посмотрим. Сегодня, кажется, слишком много роботов будет. Но все равно интересно. Вот, нажимаем на единичку, он шагает. У него на нем шапочка такая веселенькая. Тили-тили-трали-вали. Опа, только физику нам не заводяли. И так далее и тому подобное. Так, что он на троечку делает? Троечку, ничего. Мне кажется, на троечку. Опа! Вот что творится. Хотя, погодите, я же не подключался к серверу. Интересно. Из-за чего это все происходит? Как нам весело живется. Вот поэтому, ребят, я не очень люблю. Не очень-то люблю. Роторы, поршни, все, что с ними связано. Да, только почему-то у меня гаситель выключен. Так, ну что ж, давайте гаситель включим. И ничего, казус с роботом произошел, но я считаю, что сейчас это не самое главное. Так, почему же гаситель не включается? А, все, включается. Короче, беду миновали. Звоночки. В общем... Вот она такая елочка. Давайте начнем с нее. На этой карте такая елочка треугольная, интересная, сделана из ванилы. Кстати, здесь все из ванилы сделано в этом мире. Давайте, кстати, посмотрим. Хотя, блин. Нет, я не на сервере. Вот я в том-то и удивлен, что почему эта штука взорвалась и улетела куда-то. Даже если я не на сервере, вроде бы сегодня первый робот вел себя нормально. И будет. Вот, значит, елочка. Вернемся сюда. Елочка, и под елочку у нас какое-то барахло. Наверное, в качестве подарка, только я не понимаю, зачем оно нужно. С динамиками даже. Вот. Забавно, короче, какая-то ракетница. Это такие деталечки от того самого робота, который улетел. Небрежно разбросанные. Наверное, это модификация Рибута. Потом посмотрим, значит, налево, и налево мы увидим снеговика. Ну что ж, снеговичок, посмотрим, что у тебя в руках. Так, у снеговичка в руках пулеметик. Такой нехилый и щит. Впрочем, интересно. Тяжелые блоки и легкие. Кажется, легкие. Ну, снеговичок так прикольно сделан. Мне нравится. За снеговика лайк. Затем мы видим какую-то будку. Зачем эта будка нужна? Сейчас мы в этом убедимся, точнее узнаем. Зачем она нужна? Здесь, значит, есть два входа. Опа, здесь кислородная внутри, да. Здесь, походу, вырабатывается кислород. И, естественно, здесь у нас медпункт и криокамера. Собственно говоря, это уже очевидно. А также почему-то вентиляция сделана. Хотя я не понимаю, зачем в таком маленьком месте кислород. Ну, короче. А, возможно... Да, я понял. Да. Так, тут еще стоят три избушечки. Довольно любопытные. Давайте попробуем зайти в одну из них и увидеть, что же нам там подготовила новогодняя пора. Я так понимаю... А, кстати, мы в горах. Да, мы в горах, похожие на альпийские, заснеженные. Вот. О, так, интересная идея. Поставленные трубы. Такие вот светильники. Надо все это надо... Изучает все это, брать. Ух ты. Даже эти железные штучки на манер окон. Попытно. Динамики в качестве тарелок. Ну что ж, похвально. И, конечно же,
подарочки. И здесь, кстати, пулеметик, и тут какая-то надпись. Totally a present. Понятно. А, это елочка, и под елочкой подарочки. То есть под елочкой посмотрим, что в коробочках. В коробочках у нас обычный инструмент. Отлично. Типа, на, получай то, что ты каждый день видишь. Да, жаль, там нет хотя бы золота или чего-нибудь. Так, пулемет такой. Думаю, он тоже на подарок. Но пулемет уже как подарок звучит лучше. Почему-то я не могу заглянуть к нему в инвентарь. Он хотя бы с пулями. Нет, он пустой. Тоже будет дарить заряженный пулемет. Да, это, кстати, камин, приспособленный под... точнее, это два гидрогенных двигателя, приспособленных под камин. Кстати, они горят. В смысле, они не работают, а они повреждены и горят. То есть, вы понимаете, да, о чем я? Это забавно. Так, еще один подарочек. Посмотрим, что здесь. Здесь у нас тоже вооружение, инструменты. С этой стороны полочка, и здесь то же самое. For Santa Clank. Типа это тарелочка и для Санты Clank. Да. Это, наверное, как-то связано с тем видео, в которых один из скинов играл на балалайке. Так, заходим во второй домик. Что у нас здесь? А здесь у нас, по-моему, то же самое. Притом все вровень. Да, а жаль, я ожидал увидеть что-то другое. Диванчик такой. Все металлическое. Если не хотите замерзать, придумайте что-нибудь другое. Не металлический дом, это точно. Так, здесь что у нас? Здесь, по-моему, все то же самое. Да, здесь все совершенно то же самое, поэтому с домами все понятно. Дома мы посмотрели. Так, вот здесь какая-то штука торчит. А, так, ее еще рано смотреть. Здесь у нас, значит, какое-то креслице. Посмотрим. Оно похоже на такую турельку ручную. Вот, сейчас мы убедимся, для чего она нужна. Берем, значит, это функциональная ли она или нет. Сейчас посмотрим. Ну-ка, еще раз садись. Так, ну что ж, что ж. Выстрелить один раз. А панель, как управлять? Дистанционное управление. Скорее всего, вот это вот. Управлять. Да, я был прав. Оу. Это, конечно, весело, ребята, как вот пушка падает. Ее не сбалансировали. Может, вот это надо стрелять? Ну что ж, ясно. Давайте посмотрим, в нее ли надо стрелять. Вообще, что это такое? Village. Написано Village. Похоже на упавший спутник. Судя по всему, да. Когда-то он курсировал в орбите. И, походу, он упал и оказался здесь. Это маяк солнечной батареи. Ой, и с батареей, да, с батареями. А здесь, я так понял, ошмёток, как у него. Да, такие вот нюансы. Уже скоро вечереет, начереет, новое слово, оригинальное. Ну что ж, довольно неплохой ивент, ладно. Давайте расстреляем, что ли, эту штуку. Ну что ж, сейчас, Лур все сделает. Такс. Меня хлебом не корми, дай что-нибудь пострелять. Ням-ням-ням. Как понимаю, так до ночи надо стрелять. Тоже не совсем интересно. Интересно, я ему какой-то урон нанес. Сейчас посмотрим. Где же сварочный аппарат? Что ж, где инструменты персонажа? Ну-ка. Эх, я ему даже не снес нисколечко. Так что это плохой ивент. Плохой. Наверное, тем, кто хочет в звезды пострелять. Загадывает желание. Так, у нас тут еще есть костеры. Костерчики. Они из чего сделаны? Сейчас увидим. По сути, это прожектор, который воткнули, и вокруг 4. Светящиеся лампы. Ну, вроде бы с ивентом тут вроде бы все ясно.
точнее, с этой деревенькой маленькой. Осталось последнее. Сейчас я отдалюсь и вижу, есть ли здесь что-нибудь еще. У нас тут целая трасса. И по этой трассе мы сейчас проедем, мы повеселимся. Конечно, мы полетали с роботом, но это не все, это было не запланировано. Так, а здесь это уже конкретный такой, такие конкретные сани. Видите, какие даже с трастерами, даже с шинами дурацкими, не работающими. И с огромным водородным движком, который будет нас нести в дальнюю. Так, надо понять, как эту штуку управлять. А, понятно. Ну что ж, садимся в место посередине, занимаем места, главное. Так, теперь переключаемся на панель управления. Где она? Станционное управление. Сейчас. И управлять. Ух, так. О! А, нет. Я-то думал. И вперед! Джеронимо! Ого! Забавно. Тут даже газовать не надо. О! Зато мышкой еще как надо управлять. Ух! Главное не попасть в эти. Ух! Начало неплохое. Опа! Главное не этот. Не преусердствовать. Ой. Ой-ой-ой-ой. Опа. Спокойствие. А, там шины для того, чтобы амортизация была. Опа. А, я вспомнил. Тут говорилось, что повреждения выключены. Да, повреждения блоков выключены. Поэтому мы и не могли повредить ту самую штуку. Ух ты. Тогда можно даже немножко экшена добавить. Он мне нравится. Прикольно довольно. Новогодняя трасса. Кто знает, что мы там впереди встретим. Ух. Мы практически летим, а не... Ух. Как классно. Оу-оу-оу. Так, что-то написано. Happy Holidays. Холидейсы. Если бы у нас были бы холидейсы, все было бы здорово. Ну да. Там что-то горит, крутится. Кстати, что это такое? О. Короче, я пришел. И сани опять куда-то катятся. А, они сами по себе тоже катятся. О. Ну, пора, короче, слезать, иначе мы сейчас укатимся. Дальнюю. Пошли они себе дальше катиться. Эй, остановились. О, ура, они остановились. И опять у меня гаситель инерции вырубился. Как только спрыгиваешь... О! Так, кто же говорил, что он остановится? Он же... Он же у нас крут. И он поедет себе в какую-нибудь... Не знаю. Короче, ему биом не понравился. Решил уйти. Нас. Ну а мы вернемся к финишу и посмотрим, что у нас тут на финише. Тут какие-то костерчики. Прелести. Крутится, вертится. На них еще курочку жареную. Точнее, какую-нибудь, чтобы она стала жареной. Так что такие вот пироги, дорогие друзья. Мне все-таки интересно, кстати, сани куда доплыли. Доехали. Ездят ли они дальше? Нет, он все-таки решил успокоиться. Но все-таки вот эта вот ракетка классно сделана. Забавный дизайн. Мне нравится. Ну, ладненько, дорогие друзья. Я надеюсь, что в этот предновогодний день, буквально уже завтра, будет 31-е. И вы увидите мое последнее видео. В этом году, не вообще, а именно в этом году. Конечно же, все свои слова, которые я хотел бы сказать, я скажу, конечно же, там. А здесь всего лишь это обзор этой забавной смешной карты.
И этот выпуск означает, что я остаюсь с вами всегда. Ну, как всегда. Просто был момент, когда я хотел уйти, но об этом уже завтра. А сегодня, дорогие зрители, с вами был Лур-Лямур. Вот он такой. Подписывайтесь, ставьте лайки. И побольше таких забавных карт, и поменьше лагов, и побольше FPS каждому из нас, каждому геймеру в том числе. Так что до скорых встреч, дорогие друзья. Всем пока-пока.